Ну вот, вот три принцессы у нас тут. Решили добавить немножечко яркости в нашу погоду, в наши 30 градусов тепла. Честно скажу, это будет необычно, интересно, красиво. Думаю, что их просто на улице будут останавливать и спрашивать, где же так красиво красят. Мама у нас уже покрашена. Вот. Это у меня тут две помощницы. Это две сестрички. Одна помогала другой, вторая помогает первой. Вот у них сережечки такие уже. Вот. Покажи свои сережечки. Мама, покажи свои в зеркале сережечки. Мы тут все соблюдаем строгие меры карантина. Ну, как бы не карантина, а все в масочках. Ну вот как-то так. Мама, природу покажите. Все.